Показывай. Сидел человек возле пещеры. Он все думал. Сначала он думал. Ходил вот так вот. Вот и гипотек. Австралопитек, да, Уля? Он уже потом стал молитву делать. Арсений? Потом он превратился в человек, прямо ходящий. Он прямо ходил. Ты, может, ко мне повернись? Тут ничего тебе не видно. Повернись ко мне, сынуль. Потом он пошел. Потом, когда человек прямо ходящий, он уже выпрямился и стал разумным. Потом он стал делать, искал палочки всякие и делал. Про огонь нам расскажи. Но это было вот... Огня они еще боялись. Но... О, можно рассказать, что мне рассказывала? Вот. Одна тетя шла.